сдаваться настала пора. Белые банты и новенький рюкзак. Кажется, это было только вчера. 9 лет пролетели незаметно. Отгремел последний звонок, прошли экзамены. Наступил одновременно радостный и грустный праздник – выпускной. Мария Киселева в 4-й гимназии с 1-го класса. Говорит, сначала было очень непривычно, но учителя помогли быстро освоиться. Выпускнице есть за что сказать им спасибо. Научили всему. И я закончила очень хорошо школу. Я благодарна всем за все. В этом году из 9 классов 4-й гимназии выпускаются 102 ученика. Все как на подбор. Успешно сдали экзамены. Неоднократно становились победителями различных олимпиад. Мы можем ими гордиться. Все успешно прошли государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ. И 12 выпускников заканчивают школу с отличием. Получат свой особый аттестат, но и 57 выпускников заканчивают на 4-5. Это очень хорошие результаты. Большинство выпускников уже определились с будущей профессией, поэтому решили продолжить обучение в колледжах. А родители, глядя на выпускников, пока так и не могут поверить. Их дети повзрослели. Не верится, но радостно. Да, я пойду дальше в дизайнерский колледж в Москве. Кем хочешь стать, дизайнером каким? Ну, вообще хотелось бы стать дизайнером одежды, ну а там посмотрим, как получится. Аттестаты получены, слова благодарности и пожелания прозвучали. Пора уходить со школьного двора и делать первые шаги в новую жизнь. Запомним, когда Марков был со мной, давайте вместе не будем забывать. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».